Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня расскажу про новинки в магазине Светофор. Не часто мы сюда заглядываем, потому что привозят редко новинки. Челябинск, Новоградский проспект 62. Лопата Зимушка 48 на 39 сантиметров, 177,70, без черенка. Новый детский стиральный порошок Little Baby, масса 4 килограмма, цена 216,20, без фосфатов. Порошок производят в городе Новосибирск. Есть отдушка, но указано, что она гипоаллергенная. Гель для стирки детского белья от марки Aura. Объем 2 литра, цена 181,30. Гель настолько концентрированный, что его хватит аж на 50 стирок. Изготавливают в России, в Московской области. Набор бритвенных станков Rapira, 10 штук упаковки, 2 лезвия без геля за 54,70. В большом количестве аромадиффузор Bristol 167,10, на выбор 2 варианта, это дешевле, чем фикс прайс. Влажные детские полотенца в упаковке 60 штук, жалко, что упаковка без клапана, за 67,80. Появилась новая влажная туалетная бумага Aura в количестве 180 штук, есть с ромашкой и с алоэ. Цена 81,50, а рядом 120 штук, упаковка за 61,80. А это уже специализированные гигиенические салфетки XXL размера с пантенолом, 80 штук в упаковке за 87,60 с клапаном. Также в Светофоре можно приобрести саморезы, подходят для гипсокартона и дерева. В упаковке 1 кг, цена 198,80, черного цвета. На выбор 3,5 на 41, 3,5 на 51, 4,2 на 75. И, возможно, есть еще другие размеры, потому что палета не вся раскрыта. Снова в продаже портативный саундбар. Вот такой длинный, цена 809,80. Можно подключить флешку либо карту, либо соединиться по Bluetooth. Деревенский творог в упаковке 1 кг. Массовая доля жира 18%. Без заменителя молочного жира, цена 139,90. Творожный сыр, сливочный, сыробогато фэмили, масса 400 грамм, есть еще с зеленью за 156. Капуста пекинская по 87,50 за килограмм, взвешивают на кассе. Из мясной продукции есть свиная шея, категория А, 409,50. Лопатка свиная за 299,90. Лопатка бескостная из говядины, цена 425 рублей. Набор для бульона из индейки, килограмм за 90. Рядом маринованные ребрышки в вакуумной упаковке и стейк свиной. Выгодно приобрести 30 штук яиц куриных за 129,90. Цветную капусту привезли, 1 килограмм 140 рублей. Новое мороженое Эскимо Монарх, пломбир крем-брюле, грильяж в настоящей карамели. Без заменителя молочного жира, цена 37,80. Еще одно новое мороженое у нас в морозильнике. Это экстрим 2 вкуса. В рожке за 39,80. Дефицита в бумажных полотенцах и туалетной бумаге здесь тоже не испытаете. Я бы не сказала, что цены лучше, чем в фиксе. Таз объем 16 литров с выступающими ручками, можно подвесить, есть отверстие, за 111,80. Пластиковые плетеные корзинки, прочные, с крышками, на выбор 2 цвета. 22 литра, размер 40 на 28 на 24 сантиметра, цена 307,10. Гибкое или жидкое стекло на стол, размер 120 на 80 сантиметров, толщина 0,5 миллиметра, цена 265,60. Появились наборы из 3 корзинок, продаются без крышек. 3 штуки, 33 на 24 на 14,5 сантиметров, в наличии 3 цвета. Ближе к холодному сезону Светофор всегда привозят санки надувные, ватрушки диаметром 85 сантиметров за 849. Большой выбор женских, детских и мужских носков в наборах как ярких, так и обычных. Женские и мужские шапки по 199,90, причем они здесь абсолютно все разные. Знаете, как будто собрали все остатки с магазинов и привезли сюда. Есть однотонные, со стразами, потеплее, потоньше, с отворотом, вязаные, разных цветов. Я сейчас вам покажу, какие здесь поближе есть.
Но их намного больше, и мне кажется, в разных магазинах они еще будут отличаться. Скатерть-чайный домик 120 на 150 сантиметров. Материал хлопок. И из такого же качества фикси до этого продавались за 296 рублей. На выбор есть как более яркие летние цвета, так и к Новому году уже можно подготовиться. Например, вот этот вариант точно был фикси, я покупала. А вот двух других не видела, и они смотрятся тоже атмосферно. Скатерть праздничная размером 120 на 150 сантиметров уже сделана из ПВХ и полиэстера. 292 рубля, и она почти вся блестит. Порадовали новые полотенца размером 70 на 130 сантиметров из 100% хлопка с рисунком. Цена 281 рубль и цвета очень приятные. Покрывало ультрастеп размер 180 на 210 сантиметров, сверху полиэстер, внутри синтепон. Цена 499,40, как видите, у нас небольшой выбор расцветок. Постельный комплект двухспальный, морской бриз, 100% хлопок, бязь. В комплекте простыня, пододеяльник и две наволочки 70 на 70, 1333,30. Полосатых, конечно, больше всего. С посудой нам редко здесь новое везет, но в этот раз целый набор. Нереально яркий комплект синего цвета с белыми вкраплениями, 1952,40. Посуда сделана из стекла, и есть еще второй вариант, он мне, пожалуй, даже больше понравился тем, что не очень яркий, серый. 18 предметов, 6 тарелок 19 сантиметров, 6 22,5 и 6 салатников диаметром 13 сантиметров. Одеяло ярмарка снов 699,90 и за 799,90. Разница в размере 140 на 205 сантиметров, либо 172 на 205 сантиметров, либо же пух. В дождливую погоду вам могут понадобиться вот такие сапожки, цена 468 рублей из Эвы. Есть как мужские, так и женские, и большой выбор цветов. Сейчас в продаже есть грецкий орех в скорлупе, они сразу фасованные за килограмм 237,20. Например, такой пакетик 177,43. Гранулированный кофе Enjoy в мягкой упаковке 200 грамм, цена 99,90. Хлебобулочные изделия за 174,30, кексики, посыпаны пудрой с изюмом и цукатами. Сегодня в светофоре можно даже мед купить цветочный. В составе мед, глюкозный сироп, а также питьевая вода. Масса 1 кг. Цена 146 рублей. И это еще не все. За 168,80 есть мед «Своя пасека». Здесь якобы в составе, кроме натурального меда, нет ничего, и он светлый. Хрустящие сухарики с красной икрой. 200 грамм за 31,50, и второй вариант — холодец с горчицей. На сегодня у меня все. Благодарю за просмотр. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, там тоже очень много новинок. Всем хороших покупок и пока-пока!